Столовая, за вход в которую просят 2200 рублей. Именно так пассажиры назвали комфортную зону аэропорта Толмачёва и показали, чем их там кормят за такие деньги. Вот такие кадры сняли посетители комфортной зоны новосибирского аэропорта Толмачёва. Недавно здесь открыли новую зону «Комфорт-лаунж», куда пускают владельцев премиальных карт, билетов бизнес-класса или заплативших за трехчасовое пребывание 2200 рублей. Что же ожидает VIP-пассажиров? Оказалось, что овощная нарезка и сосиски. Примерно как в дешевой столовой. 2200 рублей за такое, мы бы лучше в ресторане посидели. Тут очень грязно, мест нет. Это больше столовую напоминает. Грязь и со столов не убираются от слова совсем. Пассажиры в шоке. В этот зал отправляют всех владельцев премиальных карт. В старом зале я тоже бывал. Там хотя бы свинина есть вместо сосиски. Мы были в бизнес-залах в Алании, в Каире, в Челябинске. Хуже только в Иркутске. Но это что-то с чем-то. А тут просто не стало никакого сервиса. В Челябинске выбор блюд больше. Хотя сам аэропорт меньше в разы. В аэропорту недовольство у пассажиров очень удивились и сказали, что считают жалобы странными, а грязные столы – какая-то ошибка. И выложили фото, где все чисто. Жалоб в соцсети и пресс-службы не поступало, и места вдвое больше стало, поэтому странно. Это, вероятно, все же какая-то ошибка или недоразумение. Еще в пресс-службе аэропорта рассказали, что никакого дефицита продуктов и напитков нет. В крайнем случае можно заказать еду за дополнительную плату. Но в посещении комфортной зоны могут и отказать, если здесь не будет свободных мест. Но, судя по видео пассажиров, ажиотажа тут не наблюдается.